Саженцы клематиса гибридного пиила позволят вырастить компактный декоративный куст, на котором на протяжении всего лета раскрываются нежные розовые цветы с волнистыми лепестками и желтыми серединками. Этот сорт используют для оформления невысоких ограждений, так как высота взрослого растения не превышает 150 см. Для поддержания необходимой формы, кусты необходимо регулярно подстригать. Клематис гибридный пиила отличается неприхотливостью к условиям произрастания. Он одинаково хорошо себя чувствует на солнце и в тени. Уход заключается в поливах, рыхлении почвы и удалении крупных сорняков. Клематис гибридный пиила — это лианы высотой 300-400 см. Цветет растение в месяц май, июнь, август, сентябрь. Окраска цветка розовая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14-20 см. Обрезать растение нужно на высоте 100 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.